Во-первых, я снимаю видео о ЕГЭ так часто не потому, что у меня нет идей для других видео, а потому что только они, блин, и заходят. Слишком уж актуальна эта тема на данный момент. Именно поэтому сегодня я буду 10 часов заниматься информатикой. У меня все как прежде, я сдаю профильную математику, информатику и русский язык. И хочу, чтобы уже это все закончилось нахрен. Что я думаю, сегодня мне нужно будет поделать? Я хочу повторить и что-нибудь еще новое изучить по 16 и 23 заданию, потому что они типа парные. Они на одну тему. Они на одну тему. Они на одну тему. На курсе. Они на одну тему. 18 и 24 изучить. Они на одну тему вроде как. Сейчас посмотрим. Ой, идет, как всегда, блин. Прыгай. Его побрили, блин. Он теперь такой. Обосрышь. Да, Фоксик? Улегся маленький. Ложись. Я считаю, это неправда, что 20% сил всего лишь отдаешь и получаешь 80% результата. Я, конечно, ее не считала еще. Я не верю. Девочка Уэнсдей. Я поняла, короче, что 18-е это электронные таблицы. Я не хочу их решать, поэтому буду только 24-е. Моя подготовка проходит в онлайн-школе Школково. Здесь просто нажимаю, например, информатика. У нас каталог заданий, и тут все нафиг задания. Темы, под темы нажимаешь, и можно нарешивать кучу, видите, упражнений. Опа, рабочее место. Кивы. Так вот, зеленушки добавить. А, и вот еще. Фоксик, прости. Ты мой бедный кот. Ну все, слушаем, работаем, пацаны. Ребят, советую зайти ко мне на канал, посмотреть какие-то видосы помимо ЕГЭ, потому что они реально смешные и интересные, но они набирают просмотров. Какого хера? Подожди, ну хотя бы 5 минут, вот так вот. Твою мать! Передаю пламенный привет. На душе декабря, за окном марш. Раз, два, три. Может, ну, какие-то вопросы из комментариев поотвечайте, а то как-то даже я хз еще говорить. Итак, комментарии. Да похуй, еще не сдам, пойду по контракту. А куда поступить хочешь, ты неправильно учишь. Нужно учить не формулы, лишь бы сдать, а нужно понять суть, как устроены производные, мат-анализ, графики, пытаться доказать какие-либо формулы самому. Нужно любить математику, так как математика — это изящество и красота. В школах ее ужасно преподают, а если учить самому? Понятно. Сдаю русский, математику, профиль, физику, инфу, не готовлюсь. А я на свои 18 в психушке лежал. Сколько ты времени в целом тратишь на ЕГЭ? И ты каждый день все экзамены готовишь или по отдельности какие-то дни? И делаешь ли ты ДЗ? ДЗ? А, ну сейчас расскажу супер историю. У нас в школе так устроено, что ребята, когда фасуются по классам, по профилям, они не учат те предметы, которые им не нужны по профилю. Например, если я в физмате нахожусь, то у меня нет общаги, у меня нет биологии, у меня нет географии, ну и всей такой фигни. Единственное, что мы учим, это вот физика, у нас есть математика, информатика, физра, история, понятно, и английский. Все. Ну и ОБЖ, там астрономия, это все фигня. Больше ничего нету. Самое главное, что я хотела сказать, эту программу изменили буквально в этом году, и то есть наш класс и наша параллель — это последние классы буквально, которые учились по этой программе. Так что мы вообще везунчики жесткие. Единственное, почему могут сдать, это вот русский язык. Ну и то вообще нас не напрягают этой домашкой. По английскому нам тоже ничего никогда не сдают. По истории тоже. Короче, блин, нет, я не делаю ДЗ. Стараюсь готовиться каждый день, но понятное дело, что бывают какие-то ситуации внезапные. Поэтому в среднем выходит вот 5 дней в неделю. Сижу я долго довольно, сижу я 4-5 в день, вот, если это долго. Я беру один день полностью на изучение какой-то новой темы по, например, информатике, либо же я беру день на пробник по какому-то из предметов, либо я беру день на повторение и информатики, и математики. Ну, короче, когда как, получается, у меня нет стабильности в этом. Больные люди. Ладно. Вторая на Гермиону похожа. О, да, я, ребят, я Гермиона. Ну, все, нет комментариев у меня, всем пофиг на меня. Пишите комментарии, какая у вас любимая пицца. Посмотрела первый вебинар по 24-му заданию. Знаете, чувствую себя вот помято. Ну, какое-то оно такое оказалось. Подозрительно. Не сильно легко, понимаете? Сейчас посмотрим, что в домашке. Так что... Let's do it! Давайте я буду снимать видео 10 часов, готовлюсь к ЕГЭ по 10 раз, и чтобы каждый из них заходил на 50 тысяч просмотров. И все, я буду популярная. Сейчас взорвется мозг, я сейчас заплачу просто, я ничего не понимаю. Это прям очень тяжело сейчас идет мне. Меня прям раздражает это, я прям сейчас вот так компьютер. Мне кажется, мне не хватает знаний тут. Мне кажется, нужно посмотреть еще вебинары, потому что я прям чувствую, как мне недостает навыков, скиллов. Фух, сейчас стол сломаю. Еще у меня песня Wednesday играет до сих пор, с того момента, когда у меня вкладка Wednesday открылась. Войдите в мое положение. Ребят,
взламываю Пентагон. Ну, на самом деле, это все нафиг нужно удалить, потому что это остатки от прошлой работы. Сейчас мне нужно будет делать эту фигню. Понимаете, о чем я? Посмотрела я вебинар на полтора часа насчет 16 и 23 задания по рекурсии. Сейчас будем такую лайтовенькую домашечку решать. Можешь мне использовать микрофон? Мне еще зря под... Вика Пьёдова. Да вы дебилы все. Вика Пьёдова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вам лет? Привет. Как вас зовут? Как вас зовут? Ты говори, как тебя зовут, гений. Как вас зовут, гений? Как тебя зовут? Вика. Вика. Садат. 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 Олег, 40 лет. Я решила 15 заданий. Я устала, я задолбалась. Но нужно решить еще плюс-минус 15. И все, я тогда буду гением этого мира. Когда отрешаю все. Потихонечку я теряю концентрацию, я теряю вид свой прекраснейший. Вика, привет. Привет. Я пришла мешать. Привет. Привет. Слушай, ну привет. Привет. Я решила долбанных 30 задач на рекурсию. Ну, зато теперь я знаю, как это решается. Почти знаю. Еще повторить осталось немножечко что-нибудь. Что-нибудь сложное. Осталось... потерпеть немного. И чувствую свой макияж на лице, я хочу его вот так... Нафиг ничего не буду больше делать. У меня этот питон виснет, компьютер виснет, интернет виснет. Я не могу это терпеть. Занималась я часов... Сколько сейчас время? Я не помню, во сколько я начала даже. А, ё-моё, я начала в 3 часа дня, оказывается. Я нифига себе весь день сижу. Пипец, никому не советую. Завтра еще и понедельник. Я, как обычно, в воскресенье сижу весь день, и завтра еще учеба, это обоссанная. Ребята, нафиг школу. Желаю всем стать видеоблогерами. Иногда я жалею, что не начала программировать просто в один момент в 8 классе. Сейчас бы сидела вообще на похере и решала. Как многие и делают. Ребята, которые изучают прогу совсем рано. Завидую вам, мрази. Хотя мне это и не надо нафиг. Ладно тогда. Не завидую. Сейчас бы пиццу поесть и Человека-паука смотреть. Я, пожалуй, так и сделаю.